полной готовности. Спасатели перебрасывают свои силы в районы области, которые больше всего находятся под угрозой подтопления. В прошлые выходные они направились в Айыртауский, Валихановский и район имени Габита Мусрепова. Для защиты населения, а именно спасения и эвакуации местных жителей, а также резки льда на реках во время половодья в департаменте по чрезвычайным ситуациям сформировали сводный отряд. В его состав вошли 30 человек. Задействовано 8 единиц современной техники, 4 мотопомпы и лодки.